Бро, а перед началом ролика убедись, что твоя кнопка не красная, а серая. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну мы погнали. Тихо. Всем привет, ребята, вы на канале RestroPlay. С вами я, Варлок. И сегодня, ребята, мы будем играть в выживание в бутылках. Да? Ну а мы погнали к нашему видеоролику. Да, погнали, нахуй. Ну что ж, суть игры в том, что вообще Влад говорит, что это популярный. Варлока, Варлок более охуенный. Значит, нормалка не считается. Варлок. Так, верстак уже есть. Короче, ребят, кто не знает, как играть, сейчас узнают. Тут, ребята, мы должны так же самое, как и выживание, только тут это чем-то подобное на Bedwars или Skywars. Тут мы должны... Если есть небо, нахуй, это либо Bedwars, либо Skywars. Короче, это мы... Это улучшенный Skyblock. Мы тут должны строиться, но я джамбриджингом не буду пользоваться, потому что это меня заебало. Так. Я тебе даже больше скажу, если ты пизданешься, то все вещи проебется. Вот именно. Так что я не... Так, давайте землю тогда добудем. Тут камень же есть, да? Должен быть камень. Тогда мы сейчас скрафтим кирку и будем копаться вниз. И, ребята, насчет вы думаете, играть с ресурс-паком своим или без? Вот Варлок против этого. Я тоже думаю, что... Ты прям в центре копаешься. Не знаю, я всегда так... Тут не топовое место. Пошли в угол. Так, все, 2-3 булыжника. Сейчас мы сделаем лопату, будем копать землю и... Когда будем строиться. Тут, смотри, я предлагаю вначале сделать этот генератор лавы. Вот. Найти лопату. Найти лопату. Так добывает землю, и мы будем строиться. Нет, смотри, там есть лава. Кстати, видишь вот эту штуку? Сейчас, подожди, спустись. Какую? Не добывай лишнюю землю, спустись. Ага. Вот это вот, видишь, блоки? Да, это краешек. Нет. Это спаун? Да, там спаунер пауков. А, понятно, прикольно. Значит, мы сейчас пойдем пиздить их не сундук. Да, но спаунишь сам не ломай. Я что знаю, знаю, а то вдруг понадобится ресурсы от мобов. Давай лучше это ограбим спаунер. Ограбим. Подожди, не сейчас. Не сейчас, ну ладно, давай попозже. Пошли с другой стороны зайдем. Давай я буду строиться, что ли? Давай только... Закрою, закопаем. Я просто нужен... Там еще снег, если снег нам тоже понадобится. Смотри, я обычно начинал здесь копаться, вот в этом углу. Может, я пойду за едой? Давай пойду за едой. На всякий случай. В смысле? Ну, я не уебнусь, надеюсь. Ты... Блин, я никогда не строился с таким по экраном. Просто я сделал экран, это чтобы он качался. И поэтому с этим мне не совсем удобно строиться. Ну, ладно. Так, вот у нас корова. Я не буду их сразу убивать, потому что, ну, вдруг... Ну, в принципе, можно ебнуть. Не, ну... У них там 3. Блядь, нихера себе, как корова только что бежала. Если бы ты видел, то я похуел бы. Так, там яйцо есть, куричье. Да, кто-то сейчас сдохнет с голоду. Овца. Блядь. Нет, так, это я. Да? Да. А-а-а! Сука. Ну нахуй вас, блядь, всех. Сказочный долбоёб. Даже не сбыл. Там мы сейчас еще добудем. Откуда вам? От травы. Саженец. А, саженец, я его поставил же. Нет, это я его поставил. Так я один поставил, который сломал. Тот, который я сломал. Береза, у тебя был еще один саженец дуба. А, ну, блядь, тогда. Ой, блин, взял и свалился. Ладно, уже ночь начинается, нам надо идти за ножницы. Ножницы где будем добывать? Тут есть железо вообще? Есть. Тут на острове, короче, куча ресурсов. Блин, только дерево просрал, ебаный. Тогда нам надо ждать все-таки, когда дерево вырастет. Это долго уже. Нет. Слушай, тут же этот. Спаунер? Да, возможно, в нем дерево будет. Надеюсь. Так, что у нас на ферме? О, на ферме же доски есть наверху. Сейчас я сломаю стекло. А, точно, бутылки. В смысле стекло. Не, не нужно, не трогай стекло. Нам там криперы будут, блядь, сквозь него десантироваться. Вот, крипер там соспамился на одной из бутылок. Я же говорю, не надо ломать стекло, они потом через него будут к нам прыгать. А я стекло не буду, я буду доски добывать, они понадобятся. Ну так ты же для этого что сделаешь? Они не откроются еще. Что ты делаешь? Ты стекло трогаешь? Нет пока. А как ты доски добываешь? Откуда? Сверху бутылки. А как туда залез? Сломал одно стекло. Да ты дебил. Одно. Крипер не поместится туда. Это же сбоку, а не вниз. А, не, я думал, ты в нашу бутылку. А, подожди, я забыл включить ники, чтобы штучек я добыл. Как раз таки выход вот и нашел. Блин, только... Мне бы добыть для это... Для факела. Ненужные факелы. Чё? Что ты нашел?
Что ты нашел в сундуке? Это... Ты охуеешь, короче, когда я спущусь. Ничего не делай вообще, даже не крафть. А что тогда мне делать? Если железо есть, то оставь его для ножниц. Я понял, но ничего не... Броня. Я тебе могу помочь спуститься. Не надо. Отойди. Это спуск героя. Блядь. Ну что у тебя? Ты чё, быканул? Ай, ебать! Откуда ты это всё взял, а? Короче, там, на, там два комплекта. Не, о, май год, два аж. Вот. Ты ж, надеюсь, не менял креатив, а то кто его... Нет, там, короче, наверху, можешь посмотреть, там таблички, там, ей секрет, что-то такое. Понятно. Прикольно, мы стали алмазником сразу. А теперь что нам делать? Сразу. Бля, окей. Я так и не раскрою. Слушай, давай там у нас дом будет. Там, кстати, факела есть. О, если факела, то давай, погнали. Тут лесенку тогда сделаем и разрези. Да, можно так сделать, но... Блин, я всю свою там грязь... Да. О, золотая лопата. Ой, алмазная. Я прекрасно. Сейчас добуду чуть-чуть. Подожди, нет, не трогай. Нет, здесь же наша, сука, это, блядь. Тут дома не будет. Будет. Нет. Нет, нахуй, будем жить, блядь, под улицей. Мы же будем жить это наверху. А, или ты предлагаешь прям совсем вверху дом сделать? Слушай, да. У меня появилась идея. Мы сделаем нахуй как пробку. Как в реальных бутылках, она вглубь заходит, вот в этой пробке будет. Ребята, помять, что вы хотите, чтобы я больше снимал? Такие прохождения карт или фильмы там, или снимать на сервере, там, нет. На сервере. Я сейчас тут вернулся, там был скелет. У меня сейчас 0 еды и пол хп. Ага. Так, что... Блядь! А! Куда я за, блин, упал? Блядь, ты пидор! Ну и нахуй ты ко мне выпрыгнул, хотя спасибо. Ты придурок, я над тобой стоял. Скинь нахуй. Ладно, вот тут твои вещи остальные, сейчас туда скину все. Сейчас такая яма давайте там появляется. Нихуя себе ты вообще тут. Короче, я пойду сразу к адскому краю построюсь, надо, там подожди, свет есть. Подожди, подожди, не трать блоки вот так вот. Нам земля, нам же нужно нахуй на чем-то ферму делать. Ты всю проебешь на строительство и че? Понятно. Ничего. Кстати, там еще есть это лампочки. Ну как, не лампочки, а эти хуйни. Светокамеры. Ну, которые сами светятся. Ну, это светокамеры. Да-да. Только громче говорит, а. Даже если микрофон, это не означает, что надо можно так тихо говорить. И погнали. Короче, разрежь. Походу, на майне тут паутины, чтобы сделать целую кровать. Такое есть проблема. А, да, знаю. Ну, можешь и так сделать, в принципе. Так, что нам теперь нужно? К ферме пойти. Сейчас кого-нибудь убьем. Так, все, Рестер, теперь можно не рисковать своей жопой и ресурсами. Блядь, там эндермен, какого хуя он стоит на пол... Смотри, Влад, блядь. Сука, что мне делать? Обойти его. В смысле? Он у меня может даже сам напасть, даже если я не посмотрю на него. Да это риск. Вернись назад, сложи вещи в сундук, я добыл. Точно, да. Это лучшая идея. Чтобы вдруг все-таки он меня убьет, то я не потрачу свои вещи. Так, блядь, я уже реально жрать хочу. На печку? Блядь! Какой пидор растоптал тут семечки? Ну нахер. Кто его знает? Курочки, так, яйца собираем. Бля, ну тут и поскольку. Кормим, значит, раз, два. Ебать, они быстрые! Они быстрые очень! Ты видел, какие они быстрые? Так, теперь одну убиваем, все. А теперь опять кормим. Блядь, смотри, какие они быстрые. Влад, смотри. Смотри. Ты видел? Ты ебу дал. Все, теперь еще одну убиваем. Какую? Блядь, какую побежала. Они везде убегают. Я в дереве, нахуй. Все, достаточно. Теперь надо возвращаться. Вот, блядь, надо было все-таки землю взять. Теперь хуй я поднимусь. Я сломал стекло, и курочки могут сюда убежать. Так, блядь. Тут ломаем стекло и поднимаюсь сюда. А потом... О! Ну, по какому хуя, блядь? Я посрал все свое хуйло. Блядь, я ж хотел пожрать. Пожрал, блядь. Нормально, нахуй. Где тут семечки может быть? Тут травы даже нет. Слушай, как сас. Короче, знаю, где траву можно взять. Нам потом нужно на чем-то ферму делать. Потом. Рестер, не трогай, блядь! Я по... А-а-а! Дебил, я же говорю, сука! Сказочный долбоёб. Я просрался твою землю.